Детский лингвистический лагерь «Объединенное королевство» начал свою работу на базе пансионата «Лесной городок». Первая смена заехала сюда 16 июля. В течение 2 недель смогут отдохнуть 173 ребенка в возрасте от 6 до 17 лет из разных муниципалитетов Московской области. Это прекрасная возможность для ребят улучшить знания английского языка. Образовательные занятия проходят в игровой форме.